А вот история с миллиардами Януковича и их конфискацией рискует превратиться в большой пшик. Внезапно нашлись хозяева денег – кипрские офшоры. 7 кипрских инвестиционных компаний уже подали апелляцию на решение Краматорского суда о конфискации 1,5 миллиардов долларов. Об этом говорится в открытом письме за подписью адвокатов. В нем конфискацию называют незаконной. Более того, тех, кто решил изъять деньги, требуют привлечь к ответственности. Для этого уже обратились на БУС с заявлениями о преступлениях должностных лиц Ощадбанка. Ведь по утверждению защитников интересов Януковича решения о конфискации в едином реестре нет, но его уже исполнили. В то же время генпрокурор Юрий Луценко ранее утверждал, с апелляцией никто в суд не обращался, а решение о конфискации средств, принадлежащих окружению сбежавшего гаранта, напомню, стало известно 28 апреля. И в тот же день деньги перечислили в бюджет Украины.